Шикарный вариант обеда для всей семьи. Скумбрия, запеченная в сметане. Быстро, просто и очень вкусно. Скумбрия, запеченная в сметане, просто идеально подойдет к любому гарниру. Особенно будет удачно сочетаться с рисом или запеченным картофелем. Также можно к рыбе предложить просто овощи, свежие или вареные. По желанию вы можете в рецепт добавить разные специи или дополнительные ингредиенты на свой вкус. Скумбрия, 300 грамм. Морковь, 80 грамм. Лук репчатый, 80 грамм. Сметана, 150 грамм. Масло растительное, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Лавровый лист, по вкусу. Количество порций, 2. Подготовьте все ингредиенты по списку. Духовку прогрейте до 180 градусов. Очистите лук, сполосните и просушите. После лук нарежьте полукольцами. Прогрейте сковороду, влейте масло. Переложите в сковороду лук, добавьте морковь, нарезанную брусочками. Поджарьте овощи пару минут. Тушку скумбрии почистите и сполосните. Нарежьте рыбу кусочками и выложите поверх овощей. Залейте все сметаной, добавьте соль и перец по вкусу, лавровый лист. Переставьте емкость в духовку, ручку отсоедините или же используйте любую форму для духового шкафа. Готовьте скумбрию 25-30 минут. Спустя время рыбу подайте к столу. Приятного аппетита!